автолюбителей и пользователей автомобильного портала Drom.ru. А если бы ДТП оформляли как Versus Battle? Ну что, зачитаем речитатив? Здравия желаю, с вами Инспектатор, и это Автоверсус! Авария, которая создала 7-километровую пробку. Погудим, блядь! Участник ДТП слева, представься! Мне плевать на твое авто! Для меня ты всегда третий сорт! Потому что боги давно выдумали меня, MC4! Участник ДТП справа, представься! Вход в задницу подрезавшего меня форда всегда открыт! Я въехал в тебя глубоко! MC-фит! Первый раунд начинает MC-фит! Погудим, блядь! У России две беды! Ямы, сука, и форды! А чё ты у нас такой грустный? Чё так ненавидишь людей? Да потому что в форд-центре вас развели как детей! Ты же тупой как бампер! Ты как грыжа в колесе. Для таких, как ты, уродов, место в лесополосе. Ну да, у тебя есть Форд, ты крутой. Он ездит по встречке. Да для таких, как ты, в аду есть отдельные печки. Я хочу, чтобы всю жизнь у тебя был вариатор. 206 лошадей, дизель и карбюратор. Чтоб тосол уходил прямиком прямо в картер. Чтоб скрипели колодки и подбывал стартер. Я хочу, чтобы всегда гремели пальцы. Чтобы каждую коцку на твоей тачке делали только китайцы. А еще пожелаю тебе самую малость. Ты ее выставил на дром, а она там, сука, не появлялась. Раунд, сука! MC Ford, погоди. Ты, сука, быдло. Про тебя дворник тупо забыл. И ты лежишь у дороги, как пыль, дебил. Я привык быть дерзким. Так меня научила твоя жена. Как же она устала от твоего маленького, кривого фита! Гордиться дешевой машиной может лишь маленький мозг. Да ты на фите, потому что до форда еще не дорос! Ты че лезешь? Я подрезал тебя на перекрестке в Сибири. Забирай свое японское барахло и сделай себе харакири! Итак, второй раунд. Начинает МС справа. Дайте шуму! А вы знаете, за два перекрестка до этого я ехал за этим дауном. Он перестраивался как баба и всю дорогу шоркался с крауном. Я сегодня тебя как шпаклевку размажу. Ты херовый водитель с купленным стажем. Ты бы буковку У приклеил хотя бы. Ты ж в вождении ноль. Водишь, блядь, хуже бабы. Ты же даже не знаешь, где подлокотник. Ты из тех, кто не любит включать поворотник. Из-за вас аварии и пробки. Ну включи уже, сука, вторую в своей тупой черепной коробке. Я самурай, ты ковбой. Кто победы достоин? Вонючий пастух или бесстрашный воин? В общем, как ни крути, я все знаю заранее. На японцах ездят русские мужики. А на фордах корпоративные компании. Мы сегодня все с вами увидим, что теория права. У кого вот такая пиписька, тот водитель большого форда Реун. Да что началось, нифига себе, у меня нормальная пиписька. Да-да. МС слева. У меня рев мотора звучит под капотом, у тебя под капотом реквием по автопрому. На лежачем полицейском полицейский подо мной. У тебя же непонятно, кто кого и что с тобой. А может, тебя заставили? Может, тебя били кнутом? Просто как по собственной воле можно управлять этим говном? Предлагаю достойную замену твоему фиту. Троллейбус по маршруту Number Two. Сегодня великий день. Мы убрали помеху с дороги. Как задолбали фиты и как хозяева их убоги! Версус! По результатам подсчета взяток побеждает MC Fit! С вами был Инспектатор! Увидимся на аварии! Понравилось видео? Пиши в комментариях. Леопольд, ну ты тоже пиши. Ну все, мужики, до встречи! Пока!